Return to the combat area. После высадки из поезда наш полк выстроили у берега Волги. Волга, матушка. В ее неторопливых водах отражается душа всей России. Мы народное ополчение. Новая российская армия. Наш долг – бороться с империалистами и угнетателями. Товарищ Сталин описал прежние бои за город. 3 года здесь лилась русская кровь. Взять Царицын — наш долг перед павшими товарищами. Men, orders from Comrade Stalin concerning our attack. Our first objective is to secure and hold the red line here. From this position... Патроны, держи! Butter.
an objective, Edward.